Здравствуйте, меня зовут Бедоева Зарина Юрьевна, я врач-стоматолог клиники Сатори. И сегодня я расскажу вам о 11 вредных привычках, которые портят зубы. Итак, первое. Чрезмерная чистка зубов и десен. Да, можно переусердствовать с чисткой зубов, если сильно давить на щетку и часто использовать абразивные или отбеливающие зубные пасты. Второе. Кусать или грызть ногти. Кусание ногтей может вызвать дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава, поскольку заставляет вас держать челюсть в выдвинутом положении в течение длительного времени. Обкусывание ногтей также может привести к поломке зуба. И немаловажно то, что под ногтями может скапливаться грязь и микробы, которые попадают в полость рта. Третье. Запивать мороженое горячим чаем. Резкие перепады температур вызывают появление трещин на зубах. Четвертое. Сжимание и скрежетание зубами. Это может привести к истиранию зубов, мышечным болям и ограничению движений нижней челюсти. Пятое. Употребление табака. Все табачные изделия вредны для полости рта. Они повышают риск заболеваний десен и онкологии, вызывают появление сухости и неприятного запаха изо рта. Шестое. Сосание пальца. Если вы наблюдаете за своим ребенком эту привычку, необходимо отучить его, чтобы зубочелюстная система формировалась правильно. Седьмое. Использование зубочисток. Ковыряние в зубах зубочистками может привести к повреждению и инфицированию десен. Вместо этого используйте зубную нить или ирригатор. Восьмое. Привычка разгрызать зубами. Нельзя открывать зубами пакеты, бутылки, отрывать нитки, грызть семечки или орехи. Все это повреждает зубы. Девятое. Частое употребление газированных напитков. Газировки могут привести к эрозии зубной эмали. Переключитесь на простую воду, молоко или чай. Они помогут укрепить эмаль и защитить от бактерий полости рта. Десятое. Перекусы сладкими лакомствами. Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием сахара между приемами пищи питает бактерии во рту, вызывающие кариес. Ешьте сбалансированную пищу, а если вы съели что-то сладкое, запейте водой. И последнее, одиннадцатое. Нерегулярное посещение стоматолога. Наряду с привычками, которые повреждают зубы, на здоровье полости рта может повлиять отказ от профилактического ухода за зубами. Старайтесь два раза в год проводить профессиональную чистку и фторирование. Это поможет предупредить многие заболевания зубов и десен. Спасибо за внимание. Надеюсь, это видео было для вас полезным. До скорых встреч!